честно вам скажу, я не знаю, что творится, но сегодня мы в очередной раз будем сбегать из Саратова. 3 месяца назад мы уже проходили карту подписчика, где нам нужно было сбежать из Саратова, и сегодня мы снова сбегаем из Саратова. Да что там происходит? Мне что, нужно поехать в Саратов и навести там порядок? Ребят, те, кто из Саратова, что происходит? Почему подписчики из Саратова хотят оттуда сбежать? Я не понимаю. Сегодня сбегаем еще раз. Это совсем другая карта, совсем другого подписчика. Надеюсь, вам понравится видос. Жмите Лукасы, подписывайтесь на Лукас. И рандомный комментарий залетает от Луна, Дождь, Мири. Как жаль, что в комментариях нет стихов. Правда, я из-за этого спать не могу. Ребят, где стихи в комментариях? Пожалуйста, сегодня прошу стихи в комментосы. Про Саратов или не про Саратов. Давайте приступать. Что у нас здесь? Это моя самая первая вообще карта вообще. Здесь тебе придется сбежать из Саратова. Читерить можно только в крайних случаях. Блоки не ломать. Сложность мира. В реальной жизни, если ты тоже хочешь сбежать из Саратова, то такие же правила. То есть читерить только в крайних случаях. Наверное, не знаю, тебе понадобится правило. Окей, правило. О, воу, окей, погодите, механики. Смотрите, телепорты. Столкейна. Окей, найс, все исправили. Блин, хочу сбежать из Саратова. Да почему? Да что происходит в Саратове, я не понимаю. Погоди, что за карта? Ага, пасхалочка. Изи, я так и знал. Ребят, вы уже никогда не сможете спрятать за картиной секретку. Я все картины проверяю. Я научился, я молодец. Стоп, погодите, я начал проходить карту. Но я... Погодите, я думал, так кнопка с правилами вообще-то. Я начал проходить карту, я не... черт, одну секунду, ребят, мне нужно вернуться в самое начало. Окей, я снова здесь, я почему-то увидел правила, сразу нажал. Но это также и игра, игра и правила. Окей, хорошо, надеюсь, тебе понравится. Фразы ГГ подаются в бирюзовых табличках. Вот таких, окей. Что такое фраза ГГ? GG, ГГ? В чем прикол? Тут есть 3 пасхалки. Вот теперь, я думаю, готовы приступать. И мне кажется, что в самом начале тоже должна быть пасхалка. Вроде бы нету, но да ладно. Бум, поехали. Теперь мы начинаем. Хочу сбежать из Саратова. Поехали. Так, значит, я нахожусь в своей квартире. Примерно так она и выглядит, да. Слушай, слишком много слишком много книг для Кегли. Вот что я хотел сказать. Так, погодите, почему я, кстати, в креативе? Мне... я не знаю, ну давайте в Адвенчур выйдем, я предполагаю. И что насчет того, то, что у нас на карте меняется день и ночь? Я бы хотел играть днем, потому что, ну, как-то ночью не очень круто, наверное. Так, хорошо, мы выходим с нашей квартиры, мы следим за вами. Мы это кто? Вы это кто? О, погодите. Ключ от люка. Погодите, ключ не прописан для... Нету команды прописанной для того, чтобы ставить его в Adventure, мне нужно играть в Survival'е тогда. Окей, хорошо. У нас есть ключ от люка. Это хорошо, что я сюда зашел, проверил. Ребята, слишком внимательный. А вот и Саратов. Ребят, я не был в Саратове и не хочу утверждать то, в чем я не уверен, но я думаю, что Саратов выглядит не так. Или так. Ребят, кто из Саратова? Что происходит? Напишите, пожалуйста. Саратов выглядит таким образом? Что здесь? Погодите. Не пытайтесь сбежать. Идите обратно домой. А вот и нет. А вот и нет. А вот и не пойду. Надо найти ключ. Ключ нашли, но прежде одну секунду. Дайте посмотреть, что у нас здесь написано. Двери откроются с 10 утра по 8 вечера. Окей. А потом что, всех домой загоняют? Комендантский час какой-то происходит. Это похоже на какую-то тюрьму, друзья. Ладно. Но зато у нас есть канализация. Люк, отлично. Вот как сбегает из Саратова, друзья. Если вы живете в Саратове, вы теперь знаете, что делать. Вам нужен What? Что это было сейчас вообще? Я не понял. Почему я не мог проходить? Окей, что я хотел сказать. Если вы хотите сбежать из Саратова, вам нужен рычаг и люк железный. Ага, канализационный. И все, изи, вы сбежали. Так, теперь куда? Ой, только не говорите мне, что это лабиринт в один блок, и что я сейчас буду тут ползать со скоростью крота, и вот ты пришел в тупик, и дайте мне выход, пожалуйста, побыстрее, плиз. Там есть 2 прохода лево-право, хорошо, что у нас здесь? Тоже тупик, я думаю, да? Как вы думаете, господа? 3, 2, 1, тупик, да, окей, хорошо. Так, знаете что, господа, мне кажется, я даже проверять вот это не буду. Я уверен, что выход не там. Я уверен, что выход в самом конце. Да, погодите, я вижу что-то коричневое наверху, это лестница. Надо было с самого начала идти вперед. Ладно, хорошо. Окей, и как вы думаете, куда мы сейчас попадем? Из канализации в центре Саратова. Куда же Кегля может попасть? Ваши ставки ставьте. Бум. Отлично. Мы в лесу. Кажется, я почти за городом. Ну, наверное, почти. Погодите, а это что такое? Это тоже... Это похоже на станцию. Станцию... Вокзал?
отлично, я уеду. На грузовом поезде, я знал, что это вокзал, отлично. Оу, ха-ха, ботики, они забыли закрыть дверь. Кажется, я попал в тюрьму. Так, ну слушайте, изи тюрьма получается, попал в тюрьму, а нубики, ботики-то забыли дверь закрыть. Ха-ха, нубы, нубы, окей, хорошо. Погодите, почему попал в тюрьму? Что случилось на вокзале? Мне никто об этом не рассказал. Что случилось? Меня поймали, скрутили. Наверное, я захотел сбежать с Саратова после 8 вечера. На вокзал попадаешь, сразу скручивают. Окей, хорошо. Три пасхалки нам, кстати, говорили. Нужно не забывать искать. У нас только одна пока что на данный момент. Что у нас здесь? Паркур в Саратове. Мишк, Фредди следит за тобой. Это вообще откуда взялось здесь, в Саратове? О, паркурчик, молодежное движение, способ самовыражения. Как пелась песня? Паркур, новое движение. Ребят, если вы не знаете, я был паркуристом, когда мне было лет так, наверное, 9-10 лет. Ну, как вы понимаете, паркур выглядел немножко странно, когда тебе 10 лет, но я пытался, мне нравилось, смотрел видос. Погодите, вертолет! Серьезно, все, что нужно было сделать, это пройти паркурчис? И тебе дают вертолет из Саратова? Или пойти дальше? Как хорошо, что закончил летную школу. Стоп, я закончил летную школу, отлично. Или пойти дальше? Погодите, у нас есть что ли выбор? Мне кажется, я видел, да, в письме автор мне написал то, что у нас есть две концовки. И он мне посоветовал посмотреть две. Поэтому знаете что? Я послушаюсь автора. И давайте, как будто бы мы решимся в этой концовке взять вертолет. И что будет? Вас сбили саратовский ПВО, вы погибли, плохой конец. Окей. Окей. Грустный конец, наверное. Ну ладно, теперь давайте попробуем другую концовку. Короче, вертолет не самый лучший вариант, если хотите сбежать из Саратова. Опять канализация, да вы издеваетесь. Да вы что такое творите? Вы что такое твари? Слушайте, карта мне нравится, она почему-то забавная. Мне очень нравится, но не знаю, насколько длиннее еще она будет. Но я бы хотел ее, наверное, чуть-чуть подлиннее, потому что, смотрите, мне кажется, мы уже пришли ко второй концовке, нет? Или да, или нет, что у нас тут, что у нас там. Я не нашел третью пасхалку, мне грустно, плачу, не могу. Боль, страдание. А это что такое? Аксолот ли? Ну, я вижу плиту. Ага, вам удалось сбежать из Саратова по подземной реке. Хороший конец. Класс. Окей, это была забавная карта. Мне понравилось. DJ Арбуз, кстати, ее сделал, если что. Ну, или так хотя бы он называется, его ник на Gmail, где он мне скинул карту. DJ Арбуз, спасибо тебе большое. Давай продолжение в следующий раз. Или, я не знаю, побег из Омска, побег из Волгограда, я без понятия. Но это было забавно. Маленькая карта, но очень ламповая. Не знаю, как вам, друзья, но мне понравилось. Поэтому, что могу сказать? Ставьте... погодите, стоп. Я должен взорвать карту. Я делаю дисклеймер. Я взрываю не Саратов, я взрываю карту. Окей, все поняли. Я просто взрываю карту от подписчика. Это наша традиция. Не говорите мне потом, что я взорвал Саратов. Кейн, зачем ты это сделал? Хорошо? Окей, я взорву карту. Это наша любимая традиция. После того, как мы проходим карту от подписчика, это дисклеймер. Все поняли. Хорошо, но... Воу, тихо. Поэтому, господа, что ж, я надеюсь, вам понравился видос. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, жмите колокольцы, бубенцы. Ну, с вами был мистер Кандилябр, всем пока.